Привет, мы на файт-базе. С вами Дмитрий Шанькин, чемпион мира, Европы и России по фитнесу. Сейчас мы сделаем небольшой ввод. Это будет становая тяга, бёрпи с прыжком и пресс. Проработаем все наше тело буквально за 3-4 минуты. Поехали. Go! Поехали. Следите за техникой, держите спину прямой. Это кроссфит, детка. Разворот, бёрпи. Прыжок с разворотом и бёрпи. 10 становых тяг, 10 прыжков с разворотом. Если хотите выглядеть так же жестко, как этот парень, делайте кроссфит. Тренироваться можно через день, тренироваться можно каждый день, тренироваться можно где угодно. Вам нужна штанга и хорошее настроение. Правильно питайтесь, вовремя ложитесь спать, будьте сильными, будьте на базе. Работайте с нами. 3 серии, и вы чемпион. Три серии по 10 раз. Становая тяга, прыжки с разворотом бёрпи и V-подъемы на пресс. Второй подход. Еще 10 тяг, 10 прыжков с разворотом и 10 V-подъемов на пресс. Обратите внимание на эти кроссовки. В них удобнее прыгать и ноги не устают. Это ZigTech. Вице-чемпион России по классическому бодибилдингу, абсолютный чемпион Москвы Антон Рязанов, представитель команды Reebok CrossFit на базе. Третья серия. Если вы уже хорошо подготовленный атлет, делайте больше, делайте 5, делайте 6. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Главное делать. CrossFit – это работа. Настоящий труд, но это дает результат. Это дает результат быстро, это дает хороший результат. Вы будете чувствовать себя хорошо, вы будете выглядеть хорошо. И вы будете готовы к любым ситуациям. Здесь на базе мы делаем разные упражнения. Мы делаем серию упражнений. Мы делаем упражнения, которые никто не делает. Здесь есть все для того, чтобы сделать себе хорошую форму. Антон Рязанов, ваш тренер сегодня.